Достойную работу. Что не так? Смотрите, достойная работа для достойного человека. У меня была девочка. Смотрите, я владельцем в свое время был очень крупной сети. Потом эту сеть плавно распродавал, закрывал, потому что начал болеть онкологией. И когда я это все делал в своей жизни, то мне необходим был сотрудник. Я специально через интернет, через Job.ua, через компанию, которая занимается HR деятельностью, сказал, что мне необходим человек, который умеет делать вот это, 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 и это тоже. И давайте консультации. После этого очень долго выбирал человека. Заработную плату я на то время платил человеку, это было где-то 12-13 лет назад, моя заработная плата была 14 тысяч долларов. То есть я каждый месяц готов был платить вот такую сумму денег человеку, скажите, что много. И найти такого человека. Нашлась девочка, она в Виннице была, я тогда в Виннице работал. И я говорю этой девочке: давай, ты умеешь вот это. Она пришла на встречу, и меня поразило тем, что она: и это я умею, и этих знаю, и вот это я умею, и вот это, и так, и так, и так. То есть условно моя работа заключалась так: взять листочек, подержать, потрусить листочек и положить листочек. Она говорит: я умею взять листочек, потрусить листочек и положить листочек, переложить листочек, взять листочек, потрусить его и переложить. Я говорю: я вас беру с первого дня. Начинайте. Месяц проходит, а она делает вот что: поднимает листочек и ложит листочек, поднимает листочек и ложит. А я ей говорю: вы должны его потрусить, переложить, переложить, потрусить. Она мне говорит: да я умею, я умею. Да а что ты не делаешь? Она говорит: да я умею, просто я умею, но не умею. А вы мне можете объяснить? Я говорю: слушай, я тебе буду платить такую зарплату и еще обучать тебя. Нет, мне не интересно. Я понял, что человек, который себя пиарит, возможно, еще не умеет это делать. Дело в том, что очень часто человек, который хочет на какую-либо работу, некомпетентен в этой работе. Просто некомпетентен. Человек говорит: хорошую работу, но посмотрите на себя, посмотрите на свои навыки, посмотрите на то, насколько вы можете быть компетентным в этой области, и скажите, как и где вас могут максимально хорошо за большие.